Поповнюйте рівень магнію за допомогою Магнікум. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Текс головнокомандувач Збройних сил України, а тепер посол у Великій Британії Валерій Залужний переконаний, що в Україні не потрібно знижувати мобілізаційний вік. За його словами, вікова категорія 18-25 років – це майбутнє України, а знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі, він сказав. Також, якщо ми візьмемо, каже Залужний, 50-річного дядьку, ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це може зробити хтось інший за них, пояснив екс-головнокомандувач. 50-літньому дядьку уже лапшу на уши не навішаєш, а здесь дело не в ментальності, як таковой. І у 50-літнього виникає вопрос, а зачем в лоб, давайте лучше обойдем. А настоящие герои всегда идут в обход. Сарказм, конечно. То есть здесь другой, наверное, вопрос. Залужный сейчас говорит, как уже политик, смотрящий там на десятки лет вперед. А есть технические вопросы, давайте мы про технические вопросы поговорим. Это вопрос психосоматики и генетики человека, военнослужащего, неважно, просто человека, молодого человека или мужчины, который выполняет боевые задачи. Оптимальный вариант для полноценного, стопроцентного выполнения боевых задач где-то с 21 до 49 лет. 21-49 лет полных, то есть должно быть 20 полных лет, это учеба. Вот до 20 лет можно учиться. С 17 до 20 можно учить молодого человека выполнять боевые задачи в разном амплуа, начиная от пехоты и заканчивая истребителями. Сам учился с 17, в 20 уже выпустился, а потом учил, уже будучи инструктором, видел эти молодые души, молодые части будущих войск. То есть это вот до 20 однозначно нет смысла ставить строй. Почему? Потому что не сформирована психика. Психика не сформирована в той области, как отвечать за других. То есть ответственность за соседа, за сослуживца, вот она формируется где-то уже к 21 году. Обучение возможно. А с 21 по 49, пока работает организм, ну, примерно в одном режиме, там есть определенные снижения где-то после 30, потом после 40. Но к 50 годам у мужчины уже снижается раза в два гормональный фон. Ничего с этим сделать нельзя. Он просто уже не может выполнять боевые задачи в полном объеме, и после 49 полных лет, ну, грубо, с 50, их уже привлекать к выполнению боевых задач нельзя, только к выполнению, допустим, руководства. То есть это от полковники и генералы. Вот с 50 там, до 70 можно от полковников, генералов оставлять, но это руководящие должности. Это технические моменты, которые надо однозначно учитывать, но нельзя ни в коем случае нельзя привлекать ни в каком возрасте принудительно к выполнению боевых задач. Почему? Потому что не все могут их выполнять. Как не все могут летать на истребителях? Ну вот не все. Сейчас даже 100% военнослужащих, которые служат, ну из них летать смогут только 1%. Может быть еще большой вопрос. Вот та же самая картина, как и с 100% гражданских лиц выполнять боевые задачи может 1%. Это вот такой склад, это генетика, ничего с этим не поделаешь. Потому не привлекать, имеется, вернее, не мобилизовать из-под палки ни в коем случае, толку никакого нет. Люди либо уходят в СЗЧ, либо сдаются, либо погибают. Они воевать просто не могут. А мотивировать, то есть мотивировать, отбирать профпригодных, ставить в строй с 21 по 49. Вот это основа. Причем это тот возраст, который практически везде во всем мире принят как возраст минимальный, максимальный для заключения контрактов. То есть, ну а дальше вопрос уже политический, то есть если смотреть вдаль там, на 10, 20, 30 лет вперед, так нам вообще никого нельзя ставить в строй. Потому что могут быть повреждения довольно-таки серьезные. Здесь надо оценивать
риски оценивать дальнейшее движение. Залужный в этом смысле правильный, как политик, как смотрящий в будущее, да. Но мы воюем сейчас.